Друзья, привет! Мне только что прислали видео, где азербайджанцы буквально сегодня провоцируют российских миротворцев в Арцахе. Несколько азербайджанских журналистов, ну таких профессиональных провокаторов, и журналисты центральных пропагандистских телеканалов алиевских пытаются прорваться на территорию, которая, значит, под контролем российских миротворцев в Арцахе, заявляя, что это наша азербайджанская земля, мы плевать хотели на договоренности 9 ноября, пустите нас, значит, Степанакерт, Ханкенды, мы типа мирные люди. И сами же все это снимают на видео. То есть понятно, что это провокация, подготовлена службой госбезопасности Азербайджана во главе с этим, с уроженцем их, этого Бараньева, это села, как его, Бибек, Нахичеванского района, Алинагиевым, который, кстати, дважды организовал покушение на мою жизнь, к счастью, пока неудачно. Российские миротворцы на видео, видно, пытаются им помешать вежливо. Вы знаете, меня в этой ситуации удивляет немножко другое. Меня удивляет не то, что азербайджанцы сегодня пытаются прорваться. Меня удивляет, что они именно сегодня пытаются прорваться, они сделали это в предыдущие годы, потому что это очень в их стиле. Поверьте мне, человеку, прожившему 32 года на Ближнем Востоке, они все такие, ну я имею в виду, вы понимаете, да? Да простит меня YouTube за мою нетолерантность. Они все такие, и их, так сказать, единоверцы посылали на израильский пограничный забор со стороны Ливана своих женщин и детей, а сами подло прятались за их спинами. Ну понятно, что это нас провоцировали, толпа вот эта накидывалась на пограничный забор и начинала его ломать. А когда наши, ну и я был среди них, солдаты давали выстрел в воздух, людей на моей памяти никогда не стреляли, те начинали вопить: «О, Аллах, нас убивают!» И театрально убегали там, роняя детей. У меня такое ощущение, что они, видимо, в рот набрали там этого, то ли томатного сока, то ли чего-то. Ну, понимаете, под камеры. И все это снималось на видео. И в этот же вечер выходило в новостях насчет ужасов израильской военщины. Причем сами же пытались прорваться на израильскую территорию. Ну, давайте я вам сначала покажу, что сегодня, значит, произошло в Арцахе. И потом поговорим дальше. Смотрите. Нет, я не буду стоять. Стойте. Нет, я не буду стоять. Стойте. Слушай, не-не-не, вы не имеете права. Стойте. Не-не-не. Вы не можете вот что пытаетесь сделать? Стойте. Это, вы понимаете, это что это территория Азербайджана? Мы будем проходить. Стойте. Мы будем проходить. Чек, 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 фермайл. Чек. Фермайл, чек. Товарищ, вы младший сержант? Я вижу по лычкам, что младший сержант. Две лычки. Вот как вы думаете, в чем заключается ваша деятельность здесь? То есть нормально ли это, что вы предотвращаете проход гражданских лиц? Я не военный, хотя служил в армии, но фактически вы сейчас мешаете мне пройти на мою же территорию. Я являюсь гражданином Азербайджана, я не собираюсь заниматься там военной деятельностью, я не представляю угрозы ни для кого из тех, кто находится там. Почему вы мне мешаете это пройти? Это на самом деле очень смешно. Мы можем и дальше вот так обниматься, но это очень несерьезно, конечно. Еще людей сюда. Чек, чек, фермайл, чек, чек. Нет, нет, мы не отойдем у нас. Да, извините, конечно, на территории Азербайджана. Вам, вы ведь гражданин России, верно? Вот как бы себя ощущали вы, если на территории России вам бы не разрешали пройти на какую-то территорию? Вот честно. Представьте, что вы из какого-то города, верно? Смоленск, Брянск, Москва, Нижний Новгород, я не знаю. Вот представьте, что вам не разрешают туда пройти. Как вы себя чувствовали бы? Разве это нормально? Я даже сейчас вот не вдаюсь в политические моменты и так далее, да? То есть, кто там находится, как там находится. Чисто по-человечески. Вот я гражданин Азербайджана, я нахожусь на собственной земле. У меня нет с собой ни автомата, ни пистолета. Я не собираюсь там ни в кого стрелять, заниматься какой-то провокационной деятельностью. Почему мне мешает сюда пройти? На основе какого пункта трехстороннего заявления? Чек фермайл. Товарищи, нет, я, извините, я не буду... Я что хочу сказать, вот сидеть и молчать – это неправильная тактика. Эти люди никогда не прекратят провокации. Единственный шанс заставить их успокоиться, если вы сами будете их провоцировать, выставлять негативно в свете и наказывать чаще, чем они вас. И не ждите, когда они первыми нанесут удар. Надо всегда бить первыми на опережение, даже если в данный момент все спокойно. Только это гарантирует, что и дальше будет все спокойно, потому что это Восток. Вы же смотрели фильм «Белое солнце пустыни», а там очень правильно сказали вот что. Восток – дело тонкое. Ты как здесь оказался? Стреляли?
задается вопрос, чем воевать в соцсетях, диванные, так сказать, кавалеристы в Армении, что мешает жителям Армении активным отправиться в Джермук и подняться туда, буквально в 3 километрах от Джермука, где азербайджанские войска 12-13 сентября оккупировали часть армянской территории, продвинувшись где-то на 6-8 километров вглубь Армении и заняв позиции на территории Армении. То есть это не Арцах, не Карабах, это внутри армянской территории суверенной. Возьмите с собой европейских журналистов, пацифистов, дипломатов, российских туристов, неважно кого. Что будут делать азербайджанцы, когда мирные люди, женщины и дети пойдут на их позиции? Они что, откроют огонь на поражение? Они откроют огонь на поражение. Но проблема в том, что они находятся на оккупированной ими же территории Республики Армения. Они откроют огонь на поражение по европейским дипломатам, по женщинам, детям, иностранным туристам и убьют иностранцев в глубине армянской территории. Вы представляете заголовки мировых СМИ? Азербайджанские военные убили европейского дипломата на территории Армении, который приехал отдохнуть в Джермуке. А эти кадры убийства, это все надо снимать из дронов, из нескольких камер, там надо заранее все это подготовить, то есть место столкновения надо заранее как-то обозначить. Это все на армянской территории. А подобных сценариев можно придумать бесконечное множество. Кстати, палестинцы постоянно израильтян вот таким вот образом провоцируют. Вот смотрите, как это происходит, например, на границе сектора Газа. All around, bodies continue to drop under the relentless fire of Israeli snipers. По-другому вы, ребята, с ними бороться не сможете. Вы думаете, что ваша европейская воспитанность, сдержанность их остановит? Ошибаетесь. Это другой менталитет, это Восток. Вы им даете палец, они вам всю руку откусят. Их остановят только ваша злость, коварство и умение первыми бить и бить в нужные точки. Ну, в общем, это все, что я хотел сегодня рассказать. Пока.